Попробуем записать так. Не знаю, стоит начинать и начинать. На самом деле хочу поделиться опытом закаливания. Значит, сегодня 10. Дай бог памяти. Да, 10 февраля 2020 года. Значит, я занимаюсь закаливанием с 1 марта 2018 года. Обливаюсь ежедневно холодной водой с утра. Бывают, конечно, у меня перерывы. Ну, когда я уезжаю, например, не всегда удобно обливаться. Когда в гостях бываю. Но они не длятся более 7 дней, значит. По итогу, почему я хочу поделиться с вами. Значит, выходные, то бишь, с пятницы на субботу. Сейчас, как выясняется, это был грипп. Не знаю, какой вирус, наверное, не птичий, не свиной, хотя хрюкать и кудахтать еще есть куда. Значит, был грипп, поскольку был еще и опыт до этого жизненный, и диагностировал себе грипп сам, очень ломило поясницу, ломило плечи, ломило тазобедренный сустав, колени, все крупные суставы жутко ломило. Но рассказ-то не об этом, а рассказ о том, что, значит, прошел практически, вот за исключением этих описанных симптомов, все остальные симптомы не было ничего. Значит, температура выше 37 не поднималась на протяжении 2 дней. Значит, кроме этого, что еще? Ночь с субботы на воскресенье проснулся мокрый, очень футболка вся влажная. Значит, пришлось поменять футболку, в которой спал, на другую. Вот это единственный был симптом, то, что у меня вирусная инфекция. То есть организм боролся. Значит, ни разу температура не поднялась выше 37. Значит, болел я в общей сложности, получается, с вечера субботы до утра понедельника, без симптомной повышения температуры, исключительно с ломотой в кожных покровах, в мышцах. Но ломило, конечно, жутко. Значит, это вот, скорее всего, как я подумал, что это такая система организма, как не иммунная, а по выведению токсинов, скажем так. Значит, поскольку вирус все-таки попадал в клетки, и иммунная система все-таки боролась с ним по постфакту, не априори, а постфакту, значит, все-таки он поразил некоторую систему организма, но поскольку не было повышения температуры и связанного с этим повышением метаболизма, организм боролся, начал по-другому. Значит, он сначала победил вирус, то есть просто одолел. У меня сейчас никаких симптомов прошло, если с пятницы вечера, то сейчас прошло 48 плюс 16. 64 часа. Ну, кроме боли, вот просто боли, не было ничего. Значит, получается 64 часа, я себя чувствую абсолютно адекватно. Сейчас принял душ, кровь пролила к коже, и сразу ломота ушла в мышцах, которая была. Значит, чувствую себя адекватно, абсолютно. Ну, возможно, это польза закаливания, возможно. Кстати, я хотел вам сказать, что кроме закаливания, значит, употребляю витамин С по 500 миллиграмм ежедневно, периодически курсами каждые 3 месяца. Вот. И витамин D, ну, поскольку живу в Москве, солнца очень мало. Вот, все, собственно говоря. Ну, вот это наблюдение, которым я хотел с вами поделиться, что совершенно по-другому протекает грипп. Почему диагностировал, кстати, грипп? Потому что на работе много людей заболело, и им диагностируют грипп. Сейчас. Вот я сейчас в отгуле нахожусь, поскольку понедельник. Значит, многие люди диагнозом грипп легли в выходные или сегодня. Значит, польза закаливания, на мой взгляд, очевидна. Не надо бросаться сразу и строить из себя моржа. Надо потихоньку, полигоньку. Напомню, ведро 10-литровое. Каждое утро наполняете холодной водой, даете ей чуть стечь, чтобы в трубах, та, которая нагрелась, стекла. И каждый
день, пожалуйста, вот эффект. Всем спасибо.